Казахстанский фильм «Марьям» получил гран-при Международного фестиваля азиатского кино в Визуле. Впервые за всю историю существования этого кинофестиваля главный приз достался женщине, алматинскому режиссеру Шарипе Уразбаевой. Первыми победительницу поздравили сотрудники казахстанского посольства во Франции. Успех картины стал неожиданным, признается автор картины. Фильм «Марьям» – это дебютный полный метр Шарипы. Он был снят на ее собственные средства. В основу легла реальная история женщины, вынужденной в одиночку расти четверых детей после загадочного исчезновения мужа. Причем в фильме Мируэрт Сабусинова сыграла саму себя. Фестиваль в Визуле был не первым для картины, но пока самым успешным. После него прокатом «Марьям» заинтересовались французские кинодистрибьюторы. Скорее всего, в этом году казахстанский фильм появится в кинозалах Франции. Но до этого «Марьям» ждет участие в конкурсной программе ряда кинофестивалей в разных точках мира. Я бесконечно рада тому, что мой фильм получил гран-при, потому что не ждала такого успеха. Фильм был снят всего за 5 дней. Бюджет был скромным, поэтому я не верила, что такой фильм может взять такой приз. Но я, конечно, очень рада.